Хорошо, Алексей, договорились. Добрый день, дорогие друзья. Очень интересный случай. Иногда у вас возникают в двигателе стуки, очень похожие на стуки, на звуки цепи при работе двигателя. Но оказывается, что цепи-то у вас и нет. А что же может вызывать это? Давайте-ка пройдем в наш процедурный кабинет, и Анатолий нам расскажет, что же это может быть. Зашли мы в нашу секретную комнату, а у нас тут Анатолий занят разборкой ТНВД. Расскажи, пожалуйста, что ты тут делаешь? Мы меняем ремкомплект на насосе высокого давления. У нас насос бошевский, у него три плунжера. Насос этот с машины, даже пусть не с машины, а с двигателя D4E. Он устанавливается на Hyundai Tucson, Santa Fe, Classic и также, по-моему, Sonata. Да, Sonata. Объемом 2 литра турбодизель. У них частенько происходит такая проблема, как течь топлива с самого насоса. Вот здесь у нас устанавливаются крышки плунжеров. Вот так они будут стоять у нас здесь. Вот. И топливо льется именно из-под них. Из-под крышек. Да, из-под крышечек. Там у нас вот такой ремкомплект. Мы взяли новый. Там у нас идут, вот мы сняли три уплотнительных кольца, это самих крышек. И также переходные. Есть уплотнительные колечки. Вот здесь прям видно, что колечко вот было загнутое, вот одно. Вот это колечко вот порвало топливом, то есть тоже вот видно, пропускало. Здесь также еще, то есть визуально мы прям увидели, что вот порванные колечки вот прям очень сильно. А как же их порвало? Тут же никто не лазил, по идее, правильно? Все было. Это давление топлива. Да, оно разъело просто и все. Так, сам насос мы полностью разбирать не будем. То есть мы уже все почистили, поверхность под крышки почистили. Здесь уже вот ставили переходные муфты с колечками, внутри уже новые стоят. Дальше берем одну из крышек. Самое главное здесь в ремкомплекте — это вот такое колечко. Очень-очень такое яркое. Она под сферическая. Есть внутренняя сторона и наружная. Вот. Вот этим конусом мы опускаем вниз. Также крышечки подготовили. Сразу все три кольца поставим туда. То есть их нельзя перепутать? Ну, если нет. Если просто поставить неправильно, держать она не будет. Ну да, работает. Именно давление держать не будет. У тебя глаз алмаз, ты прям видишь все. Смотри, раз и поставим. Все, вот они сейчас установлены. Теперь мы вставляем туда вот этот клапаночек. Как раз вот она, это уплотнительное кольцо между крышкой и клапаном. Крышки и плунжера вот у нас стоят, они по ряду. Желательно не путать, потому что плунжер ходит у нас, вот он ходит в своем цилиндре. У каждого своя выработка, поэтому лучше оставлять на своем месте. То есть если мы перепутаем местами, то возможно он будет либо наоборот подкусывать, либо пропускать, да, что-то в этом роде. Так, вот теперь новые уплотнительные вот такие у нас колечки здесь идут. Сюда их установлен также. Перед резинкой, перед резиночкой вот здесь, на вот этом переходной муфте, стоит пластиковая шайба, чтобы для уплотнения, то есть сейчас мы сюда их все устанавливаем, потому что крышку будем собирать сразу ставить. Конечно же, без масла здесь быть никак, то есть обязательно берем масло, чтобы когда будем придавливать, усилие довольно большое, ничто у нас никуда не закусило. Любой, в принципе, насос, любая какая-то форсунка, все собирается с маслом. Насколько он ходит до замены вот таких вот, до этого ремкомплекта? Ну, тут проблема... По пробегу, примерно. По пробегу точно не скажу. По-разному. Видимо, все-таки зависит от качества топлива, от езды. То есть, как эксплуатирует авто. То есть, кто-то ездит потихонечку, кто-то все-таки давит на газ. При
нажатие на педаль газа до упора. То есть у нас насос выдает 120-140 бар. Соответственно, вот, да. Все колечки летят. Начинают. То есть кто-то по-разному летит. Так, плунжер тоже подготавливаем, также маслом. Очередно их. У нас здесь все уже заранее, то есть подготовлено было, почищено, помыто. Так, вот теперь мы его устанавливаем туда. Тут у нас вот старый след остался, но это не важно. То есть куда, каким он будет стоять. Как он там встанет, абсолютно не важно. Вставлять мы будем полностью собранный плунжер. Так, вот эти резиночки теперь мы. Надо еще промазать сейчас. Установочкой тоже здесь. И вот эту полость, где будет здесь садиться. А определить, что пора менять эти колечки, можно только потому, что у тебя корпус ТНВД становится таким влажным. Как будто из него топливо начинает подтекать. Это видно. Если это Tucson, то да, это видно. Потому что если это Santa Fe Classic, то у нее стоит сверху интеркулер. И за интеркулером, и за... То есть у нас стоит пластиковая крышка декоративная. За нее не видно. На данный момент обратился человек, то есть приехал, говорит, утром встал, стоит лужа топлива под машиной. Это уже конкретно? Да, отъехал от дома до магазина, ничего нет. От магазина доехал до работы, опять есть. Вот, именно проблема в том, что в каком положении останавливается насос и давление на один из плунжеров было. То есть оно то бежало, то не бежал. Ну вот, как мы увидели, то есть сняли, у нас прям вырваны резиночки. А по работе двигателя это не определишь, если, допустим, у тебя закрыта пластиковой крышкой вся эта верхняя часть двигателя, то есть ты не определишь, что он там дымить начал как-то или еще. Нет. Это только потечь топлива, либо там... Общее давление, то есть топливо высокого давления, то есть вот у нас выход из трубочки, то есть уже идет на топливную рампу, оно остается стабильным, то есть проблемы там нету. А вот этот как раз переходной, где у нас порвались колечки, это все обратка. Обратка, то есть излишки. Течет-то вот. Как раз, да, не да. Там, где давление большое, а там, где маленькое. Все это у нас как раз-то обраточка. Так, мы здесь примерно помечали плунжера. Вот у нас второй. Да, второй сейчас будем устанавливать. Так, второй у нас вот здесь. Сейчас берем вот так вот плунжер. Только нам надо насос прокрутить, чтобы он... попал под так немного придерживая аккуратнее, не спеша. Вот он, все. То есть в принципе это можно сделать любому в гараже, то есть заказать ремкомплект, то есть и можно все это произвести в гараже. Только есть немножко, конечно, правила сборки, то есть порядок и последовательность. То есть первый раз нужно купить как минимум 3 комплекта? Ну, парочку точно, потому что первые резиночки какие-то лопнут, подкусят и что-то такое произойдет обязательно. Пару раз не заведется. То есть это было и у меня такое же. Да, она может потом не завестись, побежать. Все, у нас один стоит, сейчас следующий. Прокручиваем, устанавливаем следующий. Ты их, естественно, протянешь динамометрическим ключом с нужным моментом. Обязательно. Обязательно. То, что сейчас мы, допустим, ты просто подсобрали, да, подсобрал. А потом у нас есть вот такая вещь. Смотрите, это делается предварительно в тисках. Есть вот такой специальный у нас станочек. Мы сюда наживим насос и здесь потом уже протянем. Сейчас просто наживляем. А потом уже будем делать оставшиеся вещи. То есть, сейчас еще будет такая вещь тут при замене насоса или ремонте насоса. Ну, как бы что бы ни происходило, на этих двигателях, даже на 2.2, они уже пошли с Santa Fe, которые с 2006 там, по 2011 год. У них есть такая проблема, как муфта между насосом ТНВД и распредвалом. Ее обязательно нужно менять. Очень многие приезжают, жалуются
на то, что при, допустим, нажатии на педаль газа, там, если дать обороты там, до 2,5 до 3000, и на сбросе стучит как будто бы цепь, но цепи на самом деле нет. А стучит вот эта втулка? Да, стучит вот эта втулка. Очень часто я сталкиваюсь с таким, что я снимаю эту втулку, на ней выработка даже не миллиметра. Там пусть 30-40 соток, но звук ужасный. Вот она у нас уже возвращается на двух лонжерах. Вот. То есть насос ходит. Вот сейчас последний мы. Для удобства просто лонжера отталкиваем вал от себя. Он просто легче вставляется. Да, он уже более легче вставляется. Забыл. Вот на насосе уже, который идет на 2,2 с Санта-Фе, который именно с ремнем, там 2008-2009 год, тоже ременные 2,2, у них уже нет такой проблемы. У них тоже стоит насос, но он уже немного другой, они изменили. Вот этот он такой же стоит, Hyundai Matrix трехцилиндровый насос. Вот у нас Sonata. Там, кстати, возле машины лежит муфта. Да, там на ней есть выработка, то есть можно будет посмотреть. Так, вот это еще. Давайте покажем. Очень многие жалуются, что видео есть, а номеров нету. Вот этот номер у нас. Это номер вот этой муфты, которая вам нужна. И вот он, бошевский ремкомплект. То есть вы можете его заказать. Но сразу предупреждаю. Вот этот AliExpress, не вздумайте заказывать, то есть бесполезно. Он стоит в районе 2500, оригинальный ремкомплект бошевский. Поэтому не стоит экономить, да. То есть если все-таки сами делаете, то не пожалеете там. Вот у нас насос, все, он даже щелкает. Уже пытается качать. Вот так у нас будет здесь муфточка стоять. Сейчас мы... Все, пройдем туда к машине, и возле машины уже будем устанавливать его. А вот муфта, про которую говорил Толик, это старая муфта, видите, вот здесь видно блестящее. Это вот то набитое место, которое издавало как раз грохот и звук. Если посмотреть повнимательнее, да, то выработки здесь как таковой большой нету. А вставляется она просто без какого-то там натяга или там усилия, просто в пазы. И вот за счет этого появляется, как говорит Толик, вот такой грохот, похожий на стук цепи. Ну и здесь тоже какие-то вот небольшие следы. Вот. Ну а нам осталось дождаться, когда Анатолий закончит установку ТНВД, заведет двигатель, и владелец уедет счастливый на отремонтированном автомобиле. Пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. До новых встреч в эфире.